Всем привет, дорогие друзья, с вами Мега, и мы с вами продолжаем прохождение Alan Wake Remastered. Поехали. В прошлый раз мы с вами остановились вот здесь, машины. Ой-ой-ой. Заправка была лучшим вариантом. Там наверняка есть телефон, но мне предстоял долгий путь через лес. Да. Побежали, побежали. Жаль, что здесь не показывают стамину. Не встаем. Эй, есть кто? Разбросанные листы бумаги оказались страницами рукописи «Уход». Так я собирался назвать свой новый роман, который так и не начал. Автором значился я, но я этого не писал, не помнил, чтобы писал. На этой странице был эпизод, где на героя в ночном лесу нападает убийца с топором. Ой. Кто? Помогите! Я попал в аварию! Так, только не они. Я не могу сейчас с ними бороться. Без фонаря и револьвера. Свет впереди был хорошим знаком. Может, и не придется идти аж до заправки, чтобы позвонить. Тихо, тихо. Есть кто? Помогите, я попал в аварию. Эй! Эй, вы! Я попал в аварию. Мне нужна помощь. Послушайте, мне нужно... Лучшие дома для аренды. Твою ж мать. Карл Стаки. Рад познакомиться. При бронировании залог не возвращаю. Честно и прозрачно. Честно и прозрачно. Ой-ой-ой. Что за обезьяна? Выход, и как можно быстрее. У меня были считанные секунды. Астаки крушил дверь, словно Джек Николсон в фильме «Сияние». Кто вспомнил этот фильм? Пока вы у нас, рекомендую скандинавскую ходьбу. Это последний крик моды. Неоспоримая польза для здоровья позволит вам убить двух зайцев одним выстрелом. Участок шерифа Брайтфолл. Смотрите, достопримечательности. Алло. Алло. Не фигурами, не листерина в крови. Ой-ой-ой. Нужно прыгать. Назад. Моя голова разрывается.
До сих пор мне приходилось стрелять лишь в тире. И вот сейчас я убил кого-то. Или что-то. Трупов не было. Они просто исчезли. Если это был сон, то правдоподобный до тошноты. Идти в темный лес мне совсем не хотелось, но выбора не было. Нужно было добраться до заборки. Забираемся. Ой. Что за странные скримеры? Побежали. Что это было? У меня тоже это вопрос. Когда внизу показалась река, в моей голове словно что-то щелкнуло. Я понимал, что нужно как-то переправиться. На воду даже смотреть не хотелось. Давай. Сбираться можно даже. Тут стрелки показаны даже. Но маркер там в другом месте. Там на карте точка желтая-то. Лестница была сломана. Нужно было найти другой путь наверх. Сначала забираем этот ящик. Здесь. А, я больше 42 не могу взять. Электричества не было. Где-то неподалеку должен был находиться генератор. Сейчас найдем. Это он, да? Да беги быстрее, Алан. Они еще бросают зачем-то меня. Стоять. На. Так нормально, да? Так, чекпоинт. Дробовика? А где дробовик? Я сейчас выходил глотнуть свежего воздуха, и вот так ночь. Знаю, большинство из вас уже в кроватях, но те, кто еще на ногах, ловите момент.
заправка была уже близко и манила своим светом. Пол делает! Лучший ход будет в штрафе! Лучший! Бесспорно! Привязи лодку! Потом с... Серега! Ну и звезда! На третьем месте! Так стоит. Оу. Стоять, стоять. На. Как же быстро устает он. Упс. Сзади. О, дробовик. Ой. Ну давайте, давайте по одному. А где третий? Отошел. Ой! Тихо! Иди сюда! Так, он там. Назад! Исчезла, оставив лишь кошмары на всю жизнь. Если я вообще доберусь до заправки живым. Олень огромный. Я узнал пикап.
заметил его в Брайт-Фоллс, когда мы приехали туда с Элис. После того безумия, которое я пережил в темноте, свет заправки успокаивал. Пусть на миг, но нормальный мир вновь вернулся. В гараже был бардак. Словно его разгромили. Или же здесь была драка. Слушайте, я попал в аварию. Моя жена, Элис, она исчезла. Успокойтесь, мистер Мэйк. Мы оставались в домике на острове, на озере Колдрон. На озере Колдрон нет острова. Исчез после извержения в 70-х. Прошу, я могу показать, где это. Похоже, вы сильно ударились головой. Вы в порядке? Да послушайте. Мы все выясним. Садитесь в машину, заедем на озеро, а потом в участок. Хорошо? Мистер Уэйк, вы не видели Стаки, хозяина этого места? Я понимал, что нельзя рассказывать о случившемся в лесу. Она бы не поверила мне и не стала бы помогать искать Элис. Его там нет? Этот остров. Реально нет. В предыдущих эпизодах я приехал в Брайт-Фоллс со своей женой Элис. Спасибо, что поехал со мной. Я думала, здесь ты сможешь писать. Я ничего не хочу слушать, Элис. Теперь она пропала. Элис? Элис! Я очнулся за рулем разбитой машины. Эй, меня не было недели. Темные существа, словно из кошмара, напали на меня. Шериф отвезла меня на озеро, где мы с Элис остановились. Но наш дом исчез. Одержимые. Тебе самой нужен кофе? Сейчас сварю. А вот и кофе. Отлично, спасибо. Он мне понадобится, чтобы закончить до завтра. Ой, я же закончила макеты обложки. Они у тебя на столе. Как тебе? Да ладно. Не ожидал их так скоро. Дорогой. Иногда я могу творить любые чудеса. Выглядит отлично. О, конечно, пока Барри не доберется до них. Но это будет только через мой труп. Тогда был последний раз. Кстати говоря о Барри, он звонил. Алан! Алан, прошу, проверь пробки. Да-да, сейчас, милая. Милая, электричества нет, но у меня есть фонарик. Ладно, привет. Ты в порядке? Извини.
Я просто очень испугалась. Не бойся, сейчас зажжем свечи. Я знаю, это глупо, просто... Это выбивает меня из колеи, особенно когда происходит неожиданно. Я люблю тебя. Расскажи мне сказку. Ладно. В детстве мне часто снились кошмары. Я очень боялся темноты. Когда стало совсем плохо, мама дала мне старый выключатель. Щелкунчик. Щелкунчик, да? Да. Когда мне становилось страшно в темноте, я просто жал кнопку, и волшебный свет разгонял чудовище. Ну, конечно. Вот он. Алан. Может, и тебе поможет. Да, хорошая сказка, Писака. Ты ведь только что ее выдумал, да? Серьезно. Я тебя люблю. Хоть ты и врунишка. Спасибо за это. Брайт Фоллс настоящий. Как самочувствие, мистер Уэйк? Чувствуете тошноту, дезориентацию, что-нибудь такое? Мистер Уэйк, как самочувствие? Хорошо, голова в порядке. Мне пришлось солгать о головной боли и потере памяти. Он бы отправил меня на обследование, а я не мог уехать без Элис. Хорошо. На сотрясение не похоже, но вы явно пережили шок. Вам следует отдохнуть пару дней. Благодарю. Ну что ж, мистер Уэйк, вот и все. Если боль усилится или почувствуете еще какие-то симптомы, зайдите ко мне. Мы закончили. Сара, шериф Брейкер ждет вас. Она отличный специалист. Уверена, она быстро отличит вас. Спасибо, что брали меня. Мне кажется, все в порядке. Входите, мистер Уэйк. Ваш телефон на столе. Он был разряжен. Мы зарядили. Вы уже начали искать мою жену? Уже в процессе. Теперь скажите, что случилось? Не уверен. Не могу вспомнить. Мы поспорили, я вышел из дома. Из дома на озере Колдрон? Как вы оказались на заправке Стаки? Я хотел рассказать ей о том, что случилось, но не мог. Она бы повязала меня. Извините, нужно ответить. Алло. Алан, прошу, помоги мне. Элис. Ни слова копам. Сделаешь все, как я скажу, если хочешь снова увидеть Кто жену. Это? Иди на заднюю стоянку. Там слева в заборе дыра. Загляни в старую тачку. Я там кое-что оставил, чтобы ты убедился, что мы все из одной истории. Когда отвяжешься от копов, встретимся я в парке Элдервуд. Я могу вам чем-то помочь. У Лаверспика. В полночь. И без глупостей, приятель. Мы следим за тобой. Эй, мистер! Эй, можете свет? Свет включить? Помощники шерифа меня не понимают. Они даже не слушают. Нет. Спасибо, парень, спасибо. Эй, ты крутой. От утреннего света резало в глазах и болела голова. По телефону мне велели пролезть через дыру в заборе слева. Сиденье лежали права Элис. Звонивший не врал. Барри? Ал! Ал! Слава богу! Где тебя носило? Неделю не мог связаться с тобой, Элис! Я жутко волнуюсь, вылетел вчера. Я здесь, в Брайт-Фоллс. Барри, слушай, я в участке шерифа. Буду краток. Приедь за мной. Ал! Что за хрень? Я должен был убедить шерифа отпустить меня. Меня ждала встреча с похитителем Элис в парке Элдервуд. Забирайся тоже. Писатель — это свет, который выхватывает из тьмы очертания воображаемого... Прекрасно, Сара.
Я только хотел уладить все неприятности, которые братья Андерсоны могли нечаянно. Вам уже лучше, мистер Уэйк? Я бы хотел уйти. Я свободен. Ну, нам еще нужно поговорить о... Я арестован? Нет, конечно, нет. Но мне нужно знать, где вы остановитесь, чтобы мы могли связаться. Я бы избегала мотелей. Маджестик славится тараканами, зато в Элдервуде есть и неплохие домики. Звучит неплохо. Я доктор Эмиль Хартман. Приглашаю вас остановиться в доме у озера Колдрон. Вы говорили с моей женой. Я имел удовольствие несколько раз побеседовать с ней о вашем положении. Вы с ней о чем-то договаривались? Я пригласил ее сюда. Моя клиника — это место, где... Ох, эй! О, боже! Полегче! Эй, никому не двигаться! Руки прочь от моего клиента! Ты кто? Я Барри Уиллер, его агент. Если у вас дела к мистеру Уэйку, говорите со мной. Вы, деревенщины, оглянуться не успеете, как мои адвокаты придут по вашей душе. Никто не пострадал, Сара. Все хорошо. Я не стану предъявлять обвинений. Мистер Уэйк, мое предложение в силе. Увези меня отсюда. Что это, черт возьми, было, Ау? Нам не нужно повторение того случая с папарацци. Я думал, тебя посадят. Мне нужно было выговориться, и я все рассказал Барри. Он подумал, что я не в себе. Но как только услышал про рукопись, загорелся. Я что-то написал, пусть даже сам того не помнил. Этого было достаточно. Он почуял наживу. И он поверил в похищение Элис. Остальное было неважно. В полночь мне предстояло встретиться с похитителем на Лаверс Пик. Где-то в национальном парке Элдервуд. Мы решили снять себе дом. Мне это не нравится, Ал. Мне вообще это не нравится. Это плохо. Да что там, это просто ужасно. Мистер Уэйк? Барри, вы его нашли? Привет, Роуз. Ух ты, я как раз тоже о вас думала. Здорово. Как раз несла Расти кофе. Он на балконе присматривает за Максом. Бедняжка. Мне надо бежать. Рада была увидеться, мистер Уэйк. Ага. До встречи. Что за Макс? Вот дурочка. Остынь, мистер, нападай на всех. Она не виновата. Это очень хорошая девушка, и что немаловажно, поклонница. У нее даже есть сайт, посвященный тебе. Поговорить с Расти. Огромное спасибо, что смотрели. Остановимся на этом. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. С вами был Мега. Всем пока.